Год Расула Гамзатова открылся в Магарамкентском районе. Участниками торжественного события стали жители и гости муниципалитета. Они отмечали, что поэзия народного поэта Дагестана и сегодня, даже после его смерти, имеет миллионы поклонников по всему миру. В рамках мероприятия глава Магарамкентского района дал старт флешмобу, прочитав на родном языке одно из произведений Расула Гамзатова. К акции присоединились и другие жители муниципалитета. Завершилась все яркой концертной программой и выставкой, посвященной народному поэту и родной республике.